Чтобы научиться играть на джембе, надо очень внимательно подойти к выбору инструмента. Профессиональные джембы достаточно большие инструменты. Это 14-дюймовые и 12-дюймовые барабаны. Ладонь исполнителя, считая от основания большого пальца до кончика среднего, должна укладываться приблизительно два раза на мембране. Существуют барабаны двух типов: из синтетических материалов и из натуральных. Синтетические материалы не реагируют на климатические условия. В этом их, конечно, большое достоинство в нашем переменном климате. Но они не так ярко и интересно звучат, как барабаны из натуральных материалов. Вот послушайте синтетический барабан. Несмотря на то, что этот барабан синтетический, в нем вы видите веревочную настройку. Это скорее дань традиции. В принципе, такие барабаны из синтетических материалов достаточно настроить один раз. И потом, вне зависимости от влажности, они сохраняют прекрасно свою настройку. Но со временем, через год, через два, мембрана может ослабеть, и тогда возникнет необходимость перенастроить инструмент. Вот, посмотрите на этот замечательный барабан. Он сделан полностью уже из натуральных материалов. Это, конечно же, дерево. Корпус деревянный, очень толстый. Это усиливает резонанс. Мембрана сделана из очень хорошо обработанной кожи. И, разумеется, здесь уже нужна веревочная настройка. Такие барабаны надо настраивать два раза в год. С началом отопительного сезона и в конце отопительного сезона. Соответственно, когда отопительный сезон начинается, надо сразу ослаблять мембрану, иначе она лопнет. А весной, когда топить прекращают, наоборот, сильно натягивать мембрану. Если вы взяли такой барабан в поход, то высушивать его можно, например, около костра, но тщательно следя за тем, чтобы кожа не перетянулась. Конечно, кожа звучит замечательно, очень богата обертонами, палитра звучания. Вот послушайте. Существует компромиссный вариант профессионального джембе. Такой барабан сделан из дерева, но мембрана искусственная, из пластика. И он звучит так промежуточно между синтетическим барабаном и натуральным. Вот послушайте, такой барабан. На этом барабане вы тоже видите веревки, но поскольку мембрана синтетическая, его надо настраивать сразу после покупки и потом через год, через два, через три, когда мембрана немножко просядет. Насколько быстро она просяет, это зависит от нагрузки на инструмент. Вот этот барабан из профессиональной серии, его называют драконом, и действительно деревянный корпус обработан таким образом, что, видите, как бы такие чешуйки дракона. Поскольку диаметр мембраны здесь 12, такой барабан лучше подойдет для людей среднего и небольшого роста. Хотя и крупные исполнители вполне могут на нем играть, немножечко адаптируя технику к размеру. Вот послушайте, как он звучит.
Здесь тоже натуральная кожа, которая очень ярко звучит. Соответственно, веревочная настройка. Но в связи с тем, что барабан для меня, например, немножечко маловат, я адаптирую технику именно к размеру этого барабана. Для низкого удара я немножечко отодвигаю ладони от центра барабана, а для высокого удара использую удары фалангами пальцев. И он прекрасно звучит. Это джембе серии Natural. Он полностью сделан из натуральных материалов. Дерево, кожа. Размер мембраны 12 дюймов. Это 12-дюймовый джембе, который я бы очень рекомендовал для начинающих барабанщиков. Он полностью сделан из искусственных материалов, из тонкого углепластика. За счет этого он очень легкий. Мембрана тоже из пластика, покрыта волокнистым напылением. И здесь очень удобная настройка, винтовая. Это позволяет настраивать буквально за минуту инструмент, нужный строй. Очень ярко звучит. Теперь перейдем к джембе небольших размеров. Это 10-дюймовый джембе, тоже сделанный из искусственных материалов. Он очень подходит для детей, но и не только для детей. На нем можно играть как на джембе, даже взрослому. Но, конечно, надо немножечко изменить технику. Низкие удары производятся вот таким образом. А по краю желательно играть кончиками указательных пальцев. И получается вполне профессиональный звук. Вот послушайте, как он звучит. С тем, что эти джембы небольшие, их можно держать вот так вот по ближневосточному сбоку и играть на них, по сути дела, как на дарбуке. Можно использовать пальцевую технику, все богатство техническое, которое есть в ближневосточной ритмике. Это 8-дюймовый джембе, сделанный из натуральных материалов, дерево, кожа. Причем его форма, пропорции, все профессиональное. На нем тоже можно играть и традиционно, по-джембовому, и вот такой боковой позиции. И тоже он прекрасно звучит. Если вы собрались в дальний поход, вот такой вариант джембе для вас
просто будет незаменим. Он очень удобный, очень легкий, он сделан полностью из искусственных материалов и тоже прекрасно звучит. На нем можно играть, как на обычном джембе, держа его, ну, между колен в данном случае.